Производство молочно-товарного комплекса стартовало в мае. График начала работ сдвинулся на 2 месяца вперед из-за пандемии. Вместимость будущей фермы – 1200 голов крупного рогатого скота. Как рассказали заказчики, объект такой мощности позволит получать до 10 тысяч тонн сырого молока в год. Инвестиционный проект общей стоимостью порядка 1 миллиард рублей. Деньги привлекаются как кредитные организации, в частности ПАО «Сбербанк», так и собственным участием инвесторам. Один из самых первых этапов строительства – это вертикальная планировка. Бульдозер срезает плодородный слой почвы и перемещает ее в отвалы, откуда потом самосвалы перевезут всю эту землю на край участка. В дальнейшем эта земля еще пригодится, например, при благоустройстве объекта. Следующий этап – работы по устройству фундаментов и металлоконструкции для стен. На площадке появится 2 коровника, между ними – доильно-молочный блок. Общая площадь сооружений составит около 14 гектаров. После строительства зданий и сооружений еще у нас будет санпропускник с дезбарьером на въезде. Будут монтироваться коммуникации, то есть сети воды, водоотведения, сети связи, стоянка, парковка гостевая будет. Кстати, новое предприятие даст около 60 новых рабочих мест. Подрядчик обещает перерезать красную ленту во втором квартале 2021 года. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».